Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость связана с уплатой НДС лицом, которое применяет УСН. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал ситуацию, когда в договоре стоимость товаров, работ, услуг, она была определена с НДС, ну то есть включала НДС. И при этом покупатель, оплачивая соответствующий товар, работу, услуги, в платежных документах также выделял соответствующую сумму НДС. И возник вопрос, имеется ли обязанность по уплате НДС у лица, которая является продавцом, в том случае, если продавец применяет упрощенную систему налогообложения. Так вот, рассмотрев данную ситуацию, Минфин указывает на то, что в соответствии с главой 21 НКРФ обязанность по уплате НДС у лица, не являющегося плательщиком НДС, возникает только в том случае, если это лицо выставляет счет фактуры. В том случае, если счет фактуры не выставляется, то в данном случае и обязанность по уплате НДС не возникает. Но, правда, при этом следует принять во внимание, что, конечно, покупатель, который выделяет соответствующий НДС в платежных поручениях, может в рамках гражданского процесса потребовать возврата соответствующего НДС, но, скорее всего, шансов у него на возврат не будет. Но это уже другая история. В любом случае, налогоплательщикам, которые применяют упрощенную систему налогообложения и, в общем, у которых имеется такая ситуация, а такая ситуация – это не редкость, необходимо иметь в виду данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. Кстати, еще отмечу, что в письме ссылается Минфин на письмо ФНС России, в котором выражена точно такая же позиция. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.